Вакцинация становится еще более доступной. Теперь получить свой компонент вакцины можно не только в учреждениях здравоохранения, но и в мобильных пунктах. Один из них недавно заработал на базе торгового центра «Варшавский». Это одна из крупнейших торговых площадок Заречного района. Обслуживание пункта закреплено за специалистами 3-й поликлиники. Работает объект 6 дней в неделю. С понедельника по пятницу в послеобеденное время, по субботам с утра. Работает данный пункт вакцинации 5 дней. С каждым днем желающих все больше и больше. Пункт вакцинации и график его работы позволяет максимально приблизить услугу населению и дать всю необходимую информацию о пользе вакцинации. Для того, чтобы получить первый компонент прививки вакцины «Спутник Ви», человеку необходимо лишь иметь с собой паспорт. Доктор на месте проводит осмотр, измеряет давление, температуру, уровень сатурации, и только после пациент отправляется на прививку. Для каждого персонально она изымается из специального холодильника, где хранится исключительно при низких температурах. Здесь у нас хранится вакцина. Все стерильно и нужной температуре. В основном сегодня в учреждениях здравоохранения предлагают продукт российской разработки – «Спутник Ви». На территории выездного пункта человек получает первый компонент и документ, подтверждающий факт прохождения одного из этапов вакцинации. Для получения второго компонента необходимо будет не раньше, чем через 21 день, обратиться уже в поликлинику. Число привитых от коронавируса с каждым днем растет. По состоянию на 1 июля их в областном центре было уже более 30 тысяч.